Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 2 июля, в четверг, я даю вам сводочку по сравнению с 29 июня, с понедельником, и оцениваем с вами ситуацию за истекшие трое суток. На сегодняшний день у нас с вами нарастающим итогом 560 больных, и это плюс 47 новых больных за трое суток. И несмотря на то, что иногда чуть больше, иногда чуть меньше, я по-прежнему повторяю, что эпидпроцесс у нас сейчас вышел на плато, и примерно мы по 15 человек ежедневно имеем новых больных. Это плата, которая достигается нашими мерами профилактики. Если мы их соблюдать не будем, то, конечно, будет резкий взрыв. Но если их продолжать соблюдать, то вот с этого плата мы должны с вами постепенно будем через некоторое время уйти вниз. Из 560 больных у нас 240 человек уже выздоровело, и это 51 человек за последние 3 дня дополнительно. И сейчас нас уже радует, что количество выздоровевших, выздоравливающих людей примерно равно количеству вновь заболевающих. Это тоже такой хороший признак. И, соответственно, 560 минус 240, мы понимаем, что 320 человек в городе у нас сейчас официально с диагнозом коронавирусной инфекции. Из этих 320 человек болеющих, у нас госпитализировано 38. Вот вы видите, только 12% у нас госпитализировано. Соответственно, 88% от всех сейчас болеющих лечится на дому. То есть это легкие формы. И, конечно, мы понимаем, какое количество больных, а вместе с ними потом я еще и назову количество контактных, у нас сейчас находится на дому, поэтому меры профилактики нужно соблюдать абсолютно повсеместно у нас сейчас, и мы не выделяем какие-то отдельные места, будь то рабочие, будь то место жительства, для того, чтобы вас акцентировать на них. У нас это все сейчас примерно равномерно, и причем это соответствует и коррелирует абсолютно со всеми окружающими нас территориями. Значит, итак, 38 человек госпитализировано. Из них 31 человек в нашей городской больнице, и из них 12 среднетяжелых, и 7 человек еще в Нижнем Новгороде. 2 человека у нас там в 23-й инфекционной больнице, и 5 человек в Приволжском окружном медицинском центре. Из них 3 тяжелых, 3 тяжелых. А тяжелых и остальные среднетяжелые. Вот таким образом все это суммируем, мы видим, что из 320 болеющих сейчас людей всего только 3 тяжелых и 16 среднетяжелых, остальные легкие. И казалось бы, это не казалось бы, а на самом деле это прекрасная картина. Мы радуемся, что эти формы легкие, что они лечатся, они поддаются лечению. Мы видим, что выписка идет в достаточно хорошем режиме. Мы видим, результаты этого лечения хорошие. Но для того, чтобы не создавалась иллюзия такого вот совершенно благостного состояния и не было у людей вывода из этих цифр о том, что все замечательно, значит, все это легко, давайте быстро все спустим на нет, все наши меры предосторожности, быстренько все переболеем и закончим всю эту историю, всем надоевшую уже до нельзя. Я хочу вот в эту такую сладкую картинку внести горечь, для того, чтобы вы все-таки понимали, что эти тяжелые и эти средние, они всегда опасны чем-то более тяжелым. У нас с вами на сегодняшний день есть одна смерть, которая связана с COVID-19. У нас умерла женщина, наша саровчанка, пенсионерка, пожилого возраста, уже 70+. Она заболела COVID-19 в начале июня. Примерно через неделю от начала заболевания была госпитализирована. На компьютерной томографии четко была видна пневмония, именно коронавирусной инфекции, то есть ковидная, как ее называют, пневмония. У нее же совершенно четко в лабораторных анализах выделялись коронавирусы. Но эта женщина имела основное свое соматическое, хроническое заболевание. Заболела она соблюдала, собственно, меры предосторожности, но заразилась в своем семейном кругу от так называемого младшего поколения. И вот при лечении, несмотря на то, что при получая адекватное лечение
сама коронавирусная инфекция попятилась, и началось улучшение в коронавирусной инфекции, и по компьютерной томографии было видно, что пошло рассасывание, и в анализах она перестала уже выделять коронавирус. То есть коронавирус стал отступать, но на фоне этой коронавирусной инфекции основное ее заболевание стало вести себя очень агрессивно. Оно стало очень быстро нарастать, прогрессировать вплоть до смерти. Женщина умерла. Вскрытие ее и, соответственно, похороны будут проводиться с учетом того, что у нее сопутствующее заболевание – коронавирусная инфекция. Вскрытие показало и подтвердило диагноз на время лечения. Причина смерти совершенно четко. Вот это резко обострившееся ее основное заболевание, не буду его называть, но оно очень серьезное. И на этом примере мы с вами видим, что если саму коронавирусную инфекцию мы с вами все-таки вместе сообща всем миром, а теперь Россия показывает очень хорошие в этом результаты, научились лечить, и мы выводим этих больных, и даже рассасывание видим хорошее этой ковидной пневмонии, то вот спровоцированное этой инфекцией ухудшение сопутствующих заболеваний поддается порой очень сложно. Поэтому в посмертном диагнозе после судебно-медицинской экспертизы звучит основной диагноз как причина смерти, но все-таки как сопутствующее заболевание COVID-19. И вот именно это нас должно настораживать. И я лишний раз говорю, что в первую очередь мы должны беречь тех людей, у кого есть эти заболевания. И это не всегда 65+. Это могут быть и молодые люди, и дети у нас есть с серьезными заболеваниями сопутствующими. Это лица без серьезных заболеваний, но с низким уровнем иммунитета, о чем видно тоже по их анализам, и врачи могут их в этом плане насторожить. Поэтому, пожалуйста, не надо вести себя так, как будто коронавирусная инфекция – это очень легкая простуда, которую можно перенести на ногах, заразить всех вокруг. И если мы заболели и болеем легко, а некоторые бессимптомно, это значит, что можно везде гулять и заражать всех вокруг. Нужно думать обо всех. Нужно заботиться обо всех наших. И вот эта ложка дегтя в нашей бочке меда, она очень горькая. И я очень хорошо понимаю этих людей и родственников сейчас, которые с этим столкнулись. И я надеюсь, что вот после сообщений и вот такой вот работы нашей мы широко распространяем эту информацию для того, чтобы все это понимали, для того, чтобы все защищали своих стариков и защищали своих больных. Ну, а в целом у нас по Нижегородской области мы видим, что ситуация несколько все-таки улучшается, нормализуется. У нас сняты уже карантин в Павлово и Кулебаках, но по-прежнему остался карантин в Дивеево. И все-таки не так там все хорошо и легко, если по-прежнему этот карантин сохраняют. И по-прежнему остался высокий уровень заболеваемости с учетом вновь заболевающих в городе Дзержинске Нижегородской области. Я прошу вас обратить внимание на эти два региона. У нас открылись также и зоны нашего отдыха, показывают сейчас благостные картинки оттуда. Тоже всех на это нацеливаю, что да, ездить можно во все открытые зоны, но с мерами предосторожности и помнить о них. У нас в городе открыты пляжи, прошла приемка городских пляжей, и с 1 июля они фактически открыты, они готовы для приема наших жителей, но анализы воды уже сейчас показывают, что нагрузка на воду этих водоемов была и раньше большая, без всяких разрешений открытия. Люди там давно уже купаются с учетом нашей теплой погоды. И вода уже сейчас, во всяком случае, на протяжке и в пруду Боровое на крайнем таком вот уровне, когда купаться еще можно, но уже нужно быть очень осторожным. И там на грани у нас так называемое заражение, вернее, загрязнение термотолерантными микробами, или как вот совсем попросту говоря, я всегда говорю, это показатель свежего фекального загрязнения. То есть вода такая, что если в ней просто плавать, мы ничем не заболеем и не заразимся. Но если это маленькие детки, которые плавают, и вода попадает им в рот, они ее заглатывают, да, нахлебываются этой воды, то это очень вероятно для того, чтобы возникло обычное наше любое кишечное заболевание. Пожалуйста, всех родителей на это нацеливаю. И отвечаю еще на вопросы, связанные с заражениями у нас в городе. На двух моментах остановлюсь.
Первый вопрос по детским садикам. Значит, у нас на сегодняшний день на карантин выведены три группы детских садов. Одна группа в 31-м детском саду. Там у нас два ребенка болеют, и на карантине вместе с ним вся группа. И младший воспитатель еще этой же группы. И в 37-м саду у нас выведено две группы. Там заболели два ребенка, они между собой родственники, и, соответственно, один в одной группе, другой в другой группе. Вот обе группы по двум этим детишечкам выведены на карантин. Значит, карантинные детки будут сидеть дома 14 дней от первого контакта, соответственно, им анализы будут все сделаны. Родители при этом контактными не являются, им анализов никаких не будет, поэтому вот, отвечая на эти многочисленные вопросы нам по этому поводу обращаются к нам, мы говорим, что родители и другие жители этих же квартир, живущих с этим ребенком, не будут контактными считаться до тех пор, пока, если вдруг этот ребенок не заразится и не заболеет. Ну и второй вопрос у нас был связан с заражением по местам работы. Я хочу сказать, что анализ показывает, что основными зонами риска у нас на местах работы являются следующие на сегодняшний день. Транспорт, чаще всего общественный, там, где многие люди вынуждены ехать очень тесно, дистанция не соблюдается, там нужно, конечно, использовать маски. Следующий момент – раздевалки на рабочих местах. У нас есть подразделение, где заражение произошло именно в раздевалках. Причем раздевалки чаще всего – это помещение без хорошего воздухообмена. Поэтому я думаю, что кроме того, что нужно разделить и люди, чтобы тесно между собой не контактировали в раздевалках, нужно еще и улучшить уборку там с применением ДЭС-средства. И нужно, конечно, и вентиляцию этих зон проводить. Раздевалки. Следующая зона риска – это места курения и места приема пищи. Курилки сейчас во многих подразделениях выведены официально на улицу. Но это не значит, что на улице нужно тоже стоять, обнявшись друг с другом, и дышать друг другу прямо в нос. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. И тоже касается, и это последнее место, о котором я хочу сказать – нарушение дистанции между рабочими местами непосредственно работниками, сидящими за своими столами. Несмотря на то, что все работодатели отчитались о том, что ближе, чем на 1,5 метра люди друг к другу не работают и не сидят, но там, где заражение происходит, и мы начинаем с больными разговаривать, выясняется, что именно в этих местах у нас близко стоят столы. Люди, представьте, целый рабочий день, конечно же, нарушая режим масочный, общаются очень долго на близком расстоянии, и вот в этих местах тонких тоже могут заряжаться. В любом случае, я желаю вам здоровья, желаю вам хорошего самочувствия. До свидания.